Как смешно. Бодримся, девочки, утром. Ой, не могу с ней. Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Можно я начну с такого яркого осеннего акцента? Веночек на двери. Кстати, в этот раз делала не я. У нас была годовщина, Томик подарил цветы. И вот такой декор, на который у меня не хватило бы времени в этом сезоне. Но обычно я делаю на Рождество и вот на Пасху тоже делала в этом году. Очень красивый. Видите, с такими тыковками велюровыми и с эвкалиптом, с разными сухоцветами. Мне очень нравится. Мой не инстаграмный вечер всегда выглядит приблизительно так. И на этом рабочем месте, потому что дети возвращаются то со школы, очень часто после тренировок. Я не люблю четверг, потому что он у нас очень загружен. И что у нас сегодня на ужин? Пюрешечка. Тефтели. Кстати, очень давно не готовила тефтели с рисом, но я очень люблю еще с детства, поэтому сегодня сделала с рисом. И Игнат попросил шпинат. У меня как раз был замороженный. Я сюда добавила чесночок и немножко сливок. Ну, там соль, перец. Так, Игнат ест шпинат, Захар нет. Сделала еще салат для Захара и для себя. Я вообще ем все. И буду ждать, когда они вернутся, чтобы поужинать вместе. У меня тут кухонная трагедия, потому что Томик случайно разбил мою подставку под ложку, и теперь у меня вот такая икеевская. Может, он мне привезет в качестве сувенира тоже беленькую. Его сейчас нет дома. Вот, и еще у меня осталась зажарка, я как-то сделала слишком много, я попытаюсь ее заморозить. Интересно, что из этого получится. И потом, если что, добавлять. А не люблю я четверг, потому что посмотрите, который час. Мне нужно еще поехать забрать малых с тренировки по футболу. Я уже 3 раза была под школой, мне супер сильно не хочется, но что поделать. Принцесса, ты отзываешься на принцессу? Я сегодня утром с ней долго гуляла, потом выводила ее там пописать. Так, ла пенсия очень большая. Еще надо пойти гулять. Йо. Ну, почти. Але бенде еще супер погода. Еще бенде 20 ступни, чи 22. Ютро? В углу супер. Ну? Заря, что это есть? Кухоль за меморію. Я на рижки. Це остається у нас вдома? Що? То у нас зостає вдома? На тиждень. А, потім так. Ще на другий банк. На неділю кожному дають, і можуть кубок подержати вдома. Прикольно. Юмік. У кого так глаза світяться від камери? Темнота вже така. Ну, мені здесь не страшно. У нас тут пиццерия рядом с домом, и на этом дереве всегда огоньки, круглый год. Так, атмосферно. Где мы? Мало людей на улице, все уже отдыхают. Загнать машину в гараж. Который час? Они помогают. Прошу раз здесь. Прошу. Что это за Франция, элеганция? Dobrze. Dzień dobry. 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 И мляким, и сметанком. Вода за счет заведения. Спасибо. Вот это я сегодня наелась. Юки, кто будет убирать? Вечеринка хорошая, конечно. Ты не ешь меня дома. Не грязь.
так как завтра утром у меня рано тренировка, мне нужно успеть собрать ланчбоксы для детей. Я тоже готовлюсь с вечера, так сказать. Испекла кекс лимонный. У меня есть рецепт и в Инстаграме, и тоже на Ютубе. Дети его обожают. И еще кое-что им тоже приготовлю. Ну, такое по-быстрому, знаете. И все. Я отправляюсь ко сну. Ну, как ко сну? Еще нужно помыться. Ну, как бы 10:30 я выхожу из кухни. Я иду отдыхать. А некоторые будут работать. На ночь всегда включаю робот-пылесос, чтобы он тут немножко прибрался. В своей комнате я решила провести небольшое обновление. Я убрала отсюда диван. Когда приедет мама, то тогда и будем думать. Пока что он в комнате Захара, но я его кому-то отдам, потому что продавать тоже не вижу смысла. Сюда я хотела бы поставить такой мягкий пуф, красивое зеркало и что-то еще. Столик интересный, нужно поискать. У меня сейчас на это нет времени, но главное, что я уже занялась этим вопросом, и освещение поставлю так, чтобы светило на меня. Буду здесь снимать видео. Также уберу вот эту вешалку, потому что она здесь не в тему. Изначально задумывалась так, что я буду вешать сюда какие-то вещи, которые я буду снимать, и отчасти сейчас так и есть. Но ее могло бы здесь и не быть, она тупо занимает место. Так что постепенно и это расхламлю. Туалетный столик я разберу и планирую просто выставить его перед домом. Пусть забирает кто-то, кому он понадобится или не знаю. Потому что он в таком нормальном состоянии, он не разваливается, но есть следы использования. Если кому-то надо, то можете забрать с самовывозом. Напишите мне на почту. Я хотела бы купить стол, чтобы поставить его с этой стороны. Вот такой уже, знаете, не туалетный столик, а обычный стол, чтобы я тоже могла снимать с дневным освещением, например, как я там крашусь и так далее. В общем, главное начать. Я знаю, что это не заброшу, просто сейчас какой-то такой армагеддон. Достала свои зимние ароматы, ну и что-то, что хотела бы закончить. У меня есть вот этот аромат, я не помню, когда я его покупала, это герлен, вот такой линтердит, но у меня, по-моему, то ли какая-то облегченная версия, ну то есть это не парфюм, и он пахнет немножко даже земляникой, очень такой радостный аромат, позитивный, как раз то, что мне сегодня надо, и я думаю, что его нужно закончить в этом сезоне, чтобы тоже не хранился без дела. Я иду в магазин, покажу вам свой наряд дня, чтобы было и не холодно, и удобно. У нас сегодня, ну, такая непонятная погода, вроде как и недостаточно тепло, но еще и не сильно холодно. Я думала, что я буду реже носить пальто из манго, но оно как раз идеально на нашу осень. Вообще осень у нас в этом году супер. Сумка из AliExpress, это все-таки кожа, удачный оттенок, ко многому мне подходит. Свитер, девочки, я заказывала в Бершке, в актуальной коллекции, тоже супер цвет, и такого у меня еще нет. Он такой с разрезами здесь по бокам, уже не стану снимать пальто. И есть еще в полосочку такой же, брюки, джинсы Манго покупала в прошлом году, они, правда, немного растягиваются, ну да ладно. И на ногах у меня вот такие теплые тапули шоколадного цвета с натуральным мехом, это Селира, я не знаю, существует ли этот бренд, но сейчас тоже можно найти похожие на том же Алике. Так что я сегодня буду выступать вот так и точно не замерзну. И вот обувь такая, конечно, спорная, непонятно, когда ее обувать. Я ношу тогда, когда еще не холодно, потому что это все-таки типа туфли, а не ботинки. Но с мехом, короче, когда холодно в лоферах, то иду в них. Сегодня я возьму вас с собой в самый обычный бытовой магазин, где продается все там и для покраски, и для мелкого ремонта, и какие-то шурупы. И то, что я заметила в Польше, здесь буквально везде есть какой-то отдел с разными штуками для дома. Это не обязательно декор, хотя здесь он тоже был, но разные такие красивые мелочи для дома. И вот я была у очень многих поляков. У меня, ну, практически нет никого из друзей здесь, из Украины. Как-то весь мой круг общения – это поляки. Это связано с тем, что я приехала в Польшу давным-давно, и как-то я
и сама познакомилась, и муж меня познакомил со своими друзьями, со своими родственниками, поэтому в основном здесь дома я была именно у поляков, и у них очень много разных бутылочек, там для масла что-то, какой-то контейнер для сыпучих, что-то еще, потому что здесь это недорого, здесь большой выбор, это отмечала тоже моя мама. Куда ни зайдешь, везде можно что-то найти полезное, красивое. Вот это классный органайзер для йогурта и для мюсли. Для оливкового масла бутылки, красивая посуда для салата, для закусок, еще для чего-то. И помимо Пепко, вот таких международных сетевых магазинов, здесь есть и с польской керамикой, что-то привозят из Китая, с какими-то там польскими брендами, и вот даже такие чашки, которые раньше можно было купить очень дорого в магазине типа Дука и так далее, сейчас они есть везде. Какие-то формы для запекания, для сервировки стола, красивые чашки, тарелочки. И посмотрите, вот, например, стаканы, которые в Заре продаются раза так в 4, а то и в 5 дороже, тоже можно найти в магазине, где я покупала лампочки. Я сама часто застрею в таких отделах, потому что здесь можно найти что-то интересное, такое красивое и также множество полезных мелочей. В Польше скоро будет День всех святых, поэтому много где продаются вот такие свечи, их приносят на кладбище. И также везде осенние цветы, их покупают и домой, и на поминальные дни тоже приобретают. Как удачно я съездила за лампочками в этом магазине, всегда можно что-то найти, я никогда не выхожу только с тем, зачем отправилась. Наконец-то купила одинаковые лампочки, а то у меня над столом одна теплая, а одна нейтральная. А дома мне нравится именно вот такой мощности освещения, потому что оно нейтральное, оно и без голубизны, и без желтизны. Еще я взяла про запас и наконец-то смогла урвать вот это чудесное мыло, которое советуют все мамы в школе от пятен. У нас школьная форма, и когда белое поло, и, например, был какой-то соус красный или что-то еще, потом фиг отстираешь. И все пользуются им. Буду пробовать, посмотрим. Потому что белизна, она, конечно, дико вонючая, и не хочется постоянно ею пользоваться. Вы будете смеяться, но у меня дома не было маленького ведерка. Взяла себе вот такое. Я когда мою машину внутри, то наливаю воду, вот, чтобы не тянуть большое ведро. И вообще, ведер много не бывает. Но, девочки, нашла вот такие сковородки красивые. Сейчас они кажутся достаточно теплыми. Не знаю, почему такое освещение. Но вообще они красивые, вот такие светленькие. Не должно ничего на них прилипать. Смотрите, она вот эта сковородка и побольше, да? Там были, кстати, разные размеры, разные формы. Вот, но мне нужна была вот такая, потому что Томик снова поцарапал мне мои икеевские. Я не знаю, как его отучить пользоваться чем-то металлическим, потому что потом снова все липнет, и вообще толка от таких сковородок мало. И взяла еще и побольше. И здесь еще и светлая ручка. Посмотрим, как они мне будут служить. Что за бренд? Вы часто спрашиваете. Я вообще вижу впервые. Не знаю. Гранита. Пательня. Пательня – это по-польски сковородка. Наверное, какой-то польский бренд. Обновила немножечко. И как бы я ему не оставляла старые, типа, пользуйся, там вообще можешь вилкой царапать, сколько тебе хочется, или ложкой. Он всегда берет новые. Хоть наклейки клей, что это мое, это твое, но это какой-то полный бред. Поэтому покупаю новые, и как с этим быть, я не знаю. Короче, девочки, я купила датчик угарного газа и датчик дыма. Это то, что мне нужно было приобрести срочно. И я потом расскажу вам, что у нас тут приключилось. Это то, что должно быть в каждом доме. У нас на разных этажах они и внизу испортились. И если дым, ты чувствуешь, что угарный газ нет. Это тихий убийца. Поэтому будьте бдительны. Юки, кто съел мои отбивные? Я их замотала, блин. Не помещались в холодильник? Поставила высоко на террасе, и все. Я без обеда. Вчера тут немножко копошилась в саду, пообрезала каны. Тут тоже. Вот еще не успела вынести. Цветы неудачные какие-то Тома купил.
И они вообще начали гнить. Нужно выбросить землю. И увидела в магазине вот эти цветы, хризантемы. Они очень красивые, как шарик. В детстве вот у бабушки или где-то там на клумбах я таких не видела. В Польше они разные, разных цветов. И я взяла вот три, не похожих на себя. И теперь у меня будут очень красивые виды из окна. Готовимся потихоньку уже к зиме. И надо попросить детей, чтобы помогли мне собрать листья. Нет, ну просто класс. Можно было взять побольше, но больше не поместилось в машину. Я и так уже там утрамбовала кучу земли в багажнике. Канны, наверное, уже не будут цвести, но нам говорили, что они где-то до ноября будут постоянно выпускать цветочки и останутся на следующий год, потому что они не в горшках, а в земле. Я очень довольна. Потом, когда уберем вот эти цветы, то я передвину их поближе или, возможно, докуплю еще больше разных. В общем, класс. Девочки, у меня для вас такое объявление. Мне кажется, что это решение той ситуации, в которой я нахожусь. Я сама приучила вас к тому, что мои влоги длятся там 40-50 минут, и сейчас у меня нет возможности снимать такие длинные видео, и, честно говоря, я как белка в колесе, и очень часто я забываю о том, что хотелось бы что-то снять, мне главное успеть. И именно поэтому я приняла решение, что я буду выпускать видео чаще, я не хотела бы пропадать, я знаю, как сильно вы любите влоги, вы любите их смотреть, поэтому они будут покороче, но будут выходить чаще. Во всяком случае, я буду очень сильно стараться. Это связано с тем, что я очень много времени провожу с детьми одна, и так сложилось, что летом муж больше работал, я сидела с ними на каникулах, занималась тут и домом, и собакой, и детьми, и всем, что связано с этим. И он уже потом, когда возвращался, как-то мне помогал. Потом в сентябре он был в поездке, после поездки вот вернулся поздно вечером, и утром уже я отвезла его в больницу. Вот, потом он вернулся домой, опять-таки несколько дней улетел в командировку, сейчас возвращается на несколько дней и снова ложится в больницу, потому что операция, которую мы пытались ему сделать, не была успешной. Врачи пытались 2 часа, и, к сожалению, порог сердца бывает разным, и иногда даже самые простые случаи оказываются не такими легко решаемыми. Вот, поэтому пока что так, и это непросто одной заниматься всем, и как-то так, когда его не было в сентябре, то все прошло очень гладко, и я как-то и очень много снимала, и не запаривалась, в принципе, домашними делами, все окей. А тут очень много таких совпадений, которые абсолютно выбивают из колеи, и за эти 12 дней меня уже настолько сильно потрепало, что я, вы знаете, хочу, как в этом меме «Бобёр на горе», такой «А-а-а!» Это приблизительно я сейчас. И сегодня опять я проснулась в 5 часов утра, в 5 там с копейками, и я не понимаю, что происходит. Ну, наверное, если бы я жила вообще постоянно одна с детьми, то это точно не была бы такая большая жилплощадь, я бы как-то со временем приспособилась, и собака, да, тоже требует внимания, ухода, и если выпустить ее на террасу, она сама тут не выгуляется, и ей никто не запрещает тут писать и все остальное, но она этого не делает, ее обязательно нужно вывести, она не бегает во дворе, очень странная Акита, то есть ей нужно побегать где-то вне дома. У нас хоть небольшой участок, но тут есть где развернуться, и в каких-то кризисных ситуациях я ее оставляю, и тогда у нее уже нет выхода, она всем займется здесь и более-менее нормально. Но на одну собаку в день у меня уходит минимум 2 часа, а скорее даже 3. Потому что ей нужна активность, и она тогда дома сходит с ума, не дает мне ничего делать, там и кусает, и тянет, и ей нужно внимание. Это тоже член семьи, и пока что я на расхват. Постоянно мама, 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 еще и собака. И поэтому я сейчас вынуждена делать свои видео покороче, топает ко мне. Вот, поэтому не обижайтесь, не специально. Это
сейчас вот так. Плюс следующий месяц будет однозначно очень тяжелым, потому что Томик ложится в больницу, я тоже готовлюсь к своей операции, мне предстоят обследования. Тоже нужно встретиться с анестезиологом. Я скажу вам уже по факту, наверное, или выпущу видео, как там все прошло. Вот. Но я не настроена сворачивать с того направления, которое я выбрала для себя, потому что для меня это важно, потому что на протяжении очень многих лет я знала, что этим нужно заняться. Я хотела, но постоянно вот что-то, только не я. Хватит. Я намерена это сделать, главное, чтобы мое здоровье позволяло. Потому что постоянно кто-то важнее меня, я уже просто от этого устала. К этому ко всему, конечно, еще наваливаются другие испытания, которые длятся с весны, где я вынуждена тоже побороться за себя, за свою безопасность в каком-то плане, за свою спокойную жизнь. И это как бы не на уровне каких-то там выяснений межличностных, да, и это тоже занимает столько сил, и когда еще что-то происходит, ты такой, блин, типа, остался только астероид, как будто, знаете, апокалипсис вокруг тебя, и ты такой, бежишь спринт и пытаешься как-то выжить и сохранить свою кукуху, ну ничего, но я вам хочу сказать, что я немножечко устала от слов, ты сильная, ты совсем справишься, мне уже хочется быть слабой и просто жить, чтобы как-то, вот знаете, было просто по-нормальному. Я даже не говорю идеально, а хотя бы по-нормальному, и чтобы мне не приходилось отращивать вот эти яйца и тянуть. А если уж и тянуть, то как-то ты, наверное, привыкаешь к этому, живешь по-другому, выстраиваешь свою жизнь, организовываешь, но это какой-то полный бред, и я думала, что в этом году это закончится, к сожалению, нет. Ну ничего, я, конечно, выгребусь, но хочется быть в меру сильной, а не сильной за нескольких человек, наверное, и это непросто. Ну ничего, может, Томик выйдет из больницы и станет как-то полегче, но опять же его реабилитация, ну решила с вами поделиться. В жизни не всегда бывает так идеально, красиво, интересно, и не всегда есть силы на что-то, настроение, и влоги иногда тоже даются мне легко, а иногда, вот знаете, что-то такое происходит, блин, ты думаешь, даже нет настроения включать камеру и что-то рассказывать, потому что ты разгребаешь остальное, вот. Ну ничего, это пройдет, девочки. Так случается. Если вы находитесь в таком моменте, как я, когда просто полный трындец, что там у нас затмение или как оно там называется? Настя мне сегодня написала, что еще в субботу какое-то там лунное затмение. Я уже не знаю, что думать. Мне хочется на что-то это свалить, но типа, блин, я взяла на себя очень много ответственности и решительности и смелости во многих моментах. И не то чтобы хочется переложить ее на кого-то другого, но просто хочется верить в то, что и это пройдет, что так не будет всегда. Вот. Поэтому человек ищет, знаете, какие-то такие крючочки, за которые он может зацепиться и надеяться, да, вот сохранить вот эту надежду внутри себя, что все будет хорошо. Вот. Такой жизненный апдейт, то, что могу сказать, скажем так, и поэтому видео будут чуточку короче. Позавчера у меня как раз между моими делами было 2 часа свободного времени, и я съездила на маникюр в салон Алины, там работает Наташа, и вот такие красивые ногти она мне сделала. Я сейчас сменила форму какое-то время тому назад, и видите, у меня не миндаль, а такой как сглаженный, не острый квадрат и короткий. Мне так очень нравится, я сейчас очень часто делаю себе темные ногти, это цвет мокрого асфальта, производитель лака Дива, вроде как Германия, но периодически Eveline присылает мне пиар-рассылки, и я даже не знала о том, что у них есть, это не совсем гель-лаки, это как 3 в 1, и цвет, и база, и они высыхают в лампе, вот такие цвета.
И я сейчас не делаю сама себе ногти, мне удобнее поехать к мастеру, и как только я нашла тех, кто делает это красиво и качественно, я перестала делать сама, еще всегда там на имейлы отвечаю. Я вот подумываю, может взять с собой вот эти базы к мастеру, чтобы мне их нанесли и посмотреть, как это будет держаться. Едем к врачу. После школы чуть-чуть утомились. Показываю вам все новые и новые больницы. И сейчас мы находимся в старой. Здесь вот такие деревянные лавочки, уже никаких мониторов нет. Ничего такого. Ну, в целом здесь чисто. Но очень старая больница. Решили все, что надо. Ждем теперь следующего месяца. Буфет самое главное. Ну, напевно. Рыбки здесь такие. Маленький аквариум. Мы уже выезжаем отсюда. Пойдем. Где мы? Это очень далеко от нашего дома, но мне сказали, что по-скорому, типа на рентген, частным образом у нас нельзя. В эту больницу можно попасть быстрее, чем в Прокачиме. Это для тех, кто живет в Польше. Тренировка по теннису. Сегодня у нас бассейн был. Он у нас очень спортивный парень. 7 часов вечера. Супер. Ю, мама вернулась домой с детьми, привезла покупки. Давайте рассмотрим продуктовую корзину. Цены у нас, конечно, поперли вверх. Ревизия. Я думаю, что нам этого хватит на несколько дней. Что у меня здесь? Хлебушек я себе покупаю овсяный. Вот такой. Или бездрожжевой. Очень люблю. Но как-то его слишком много для меня одной было. Мальчики полюбили вот такие бейгли. Это как булочка с маком, но она как-то специально печется. И они сейчас у нас появились в Лидле. Также взяла круассаны 3 штучки. Это я им буду класть в ланчбоксы. Готовое тесто для пиццы. Оно у нас продается тоже в Лидле, в разных магазинах. Иногда, когда очень тороплюсь, то делаю им пиццеринки. Сама делаю соус томатный, всякие там штучки сверху кладу. Также это на запас купила. На запас. Про запас. Тортилья томатная, никогда такой не было. Там были какие-то типа мексиканские продукты, сейчас вам покажу. Это, наверное, будем делать как-то попозже. А это хочу сделать им завтра кебабы. И покупаю тортилью цельнозерновую. И еще нашла вот такие готовые штуки для тако. Никогда не делала чили кон карне, не готовила. Ну, посмотрим. Думаю, что что-то придумаю. Здесь у меня 2 упаковки куриного филе. Дети любят курицу, я, в принципе, тоже, но здесь еще и говядина. Наверное, сделаю лазанью и кебабы домашние. 2 упаковки лосося. Вот такого копченого дети не едят, но я люблю утром бутербродик съесть. И не поверите, взяла себе суши. Я очень хотела есть, но забыла. Большая упаковка сосисок. Это для хот-догов. А иногда я мальчикам из вот такого теста делаю сосиски в тесте, запекаю, потом тоже заматываю в фольгу и кладу в ланчбоксы. Периодически делюсь с вами какими-то идеями в Инстаграме, так что присоединяйтесь. Взяла салями. Вот эта линейка в Лидле, она с более-менее составом. Кстати, солями именно не почитала, просто понадеялась на то, что в этот раз тоже окей. Все, что из овощей и фруктов, и свежие, и не совсем. Упаковку картошки у меня вообще вчера все закончилось. Мы обедали с Настей и детьми дома. И я последнее по сусекам тут выскребала несколько помидоров. Беру вот такие большие для бутербродов, например. И маленькие то для пасты, то просто в качестве снека тоже в ланчбокс. Яблоки. Хочу снова испечь галету. Мы с Настей вчера вдвоем ее съели. Она такая легкая, очень вкусная. В одном из предыдущих влогов вам показывала. Несколько штук хурмы у меня есть дома, поэтому докупила только одну.
Шпинат Игнат попросил свежий ему сделать. Ребенок вообще просто мечта в этом плане, в плане питания Хоккайдо тыкву. Она очень классная, потому что ее не нужно чистить, и это один из самых сладких сортов. Квашеные огурцы – это те овощи, которые Захар таки ест. Поэтому в любой непонятной ситуации, когда крутит носом, получает квашеный огурец. Лучок. Завтра буду делать творожную пасту детям. Поэтому захотелось добавить свежий. Варенье малиновое. Игнат много какое варенье ест, но больше всего любит именно малиновое. А Захар только малиновое. Еще может съесть повидло. Это соус для тако. Наверное. Почему-то стало интересно его попробовать с вот этой мексиканской недели. Я не знаю, что из него сделаю, но у меня было вдохновение взять что-то новое. А вот это для чая. Корица в палочках. Ой, и айва еще у меня где-то есть, сейчас достану. И тоже детям покупаю в ланчбоксы вот такие всякие пюрешки. Они бывают и с рисом, с какими-то злаками. Захар вообще... Целую большую, я немножко торможу. Сегодня встала в 5:30, и у нас, видите, да, время, собственно. Дома у меня всегда есть запасы, но, знаете, пополняю их. И взяла мини-айву, это тоже нарежу, просто к чаю. Именно воду добавляю, наверное, сделаем с вами такой чаек. У нас уже появилась клюква в магазинах, это вообще классное сочетание корица, айва, имбирь. Можно клюкву с корицей, в общем, это чисто, знаете, такая осенне-зимняя тема, мне кажется. Ну и лимоны к чаю, или иногда там в пасту добавляю, куда по рецепту. Лимоны это вообще, мне кажется, незаменимая вещь в осенне-зимний период, правда? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Это Захар так требует, чтобы я поскорее сделала гуакамоле. Взяла еще, сколько их здесь, 5 штук авокадо. Некоторые тут мягкие, а некоторые не очень. Еще в Лидле беру вот такие чипсы из кукурузы. Как начосы. Просто соленые. Они есть вкусовые, там Юки интенсивно пьет. И сейчас буду делать ему гуакамоле с чесночком и с томатами черри. Игнаций, кто я брюкселька в нашей родине? Да, это Игнат у нас любитель. Тоже просит, чтобы я сейчас отварила ему к пельменям. Представляете? Молочка и всякое такое. Мне почему-то очень нравится молоко в стеклянных бутылках. А при том, что мы сортируем мусор, мне кажется, это вообще хорошо. И вот это 3,5% жирности. Я когда-то по дурости покупала все обезжиренное. Пожалуйста, на здоровье, Игнашка. Вкусно? Поел ребенок. Греческий йогурт. Это, скорее всего, буду делать тыквенные оладьи. А вот это ванильный творожок такой, типа он очень кремовый и прикольно вкусный с блинчиками, с обычными. А сыр для горячих бутербродов в основном. А кусковой я беру для вафель. С творогом, с сыром и с рисовой мукой. Масло. Вот это я покупаю уже натертую моцареллу. Она отличается от той такой кругленькой, и она не такая влажная. На пиццу, вот эти пиццеринки, когда делаю, ой, даже написано идеальная для пиццы. Действительно, и гораздо лучше, чем желтый сыр по вкусу. Себе беру такой мягкий, я бы сказала, к вину, но я сейчас боюсь выпить даже бокальчик, потому что утром я встану, наверное, разбитая. Мягкий сыр, типа как бри. Очень нежный, такой деликатный вкус. Еще вот такие творожки тоже покупаю. Дети любят строчителлы, они с кусочками шоколада. Упаковка яиц. у меня две есть, просто взяла про запас. Мука у меня, наверное, там потихоньку заканчивается. А из вот такой штуки я делаю томатную пасту для пиццы. Мне очень нравится итальянский бренд Мутти. Вообще супер вся их продукция. Келецкий. Майонез. Это, знаете, мой муж фанат, и Захар тоже любит. Иногда делаю ему бутерброды тоже с майонезом, но стараюсь не часто. У него такой остро-кислый вкус, он очень сильно отличается от того, который, например, мы ели в Украине, и моя мама его не понимает, но в Польше война. Кто-то любит келецкие, а кто-то любит виняры. Шоколад как-то я так прошляпила, нужно было взять темный, я почему-то повелась на упаковку, всего 50%.
Какао. Ну ладно, это мне все равно для маффинов. Паста. А это моя слабость. Батончики без сахара. Они как, знаете, такой менее вредный сникерс. Правда, стараюсь не есть, знаете, каждый день, но иногда, как прижмет, тоже хочется чего-нибудь вкусного. Поразбивались все мои чашки и стаканы с двойным дном, они очень хрупкие, и их нельзя мыть в посудомойке, потому что через дырочку наливается вода, и она потом там остается навсегда. И у нас тоже в таком сезоне всегда они в Лидле, и они там недорогие. А можно и горячее, и холодное наливать, и мне понравился размер. Взяла две. Больше и не нужно, потому что дети, они пьют со своих стаканов. Слушайте, это очень смешно, я купила себе колготки, я просто не могу доехать до торгового центра, до чего-то порядочного, я не знаю, какие они там. Просто, наконец-то, у меня будут, потому что порвались черные, тоненькие. На завтра вызвала клининг, потому что мне завтра нужно забрать детей. Едем в больницу с Захаром, наверное, полдня там проторчим у хирурга. Так что нет у меня времени убираться, да и сил особо тоже. Раз в полтора-два месяца где-то вызываем. Женщина и мужчина у нас убираются. Это универсальное средство для мытья всего. Она любит таким пользоваться. Там раз в месяц, в два переживем. Я покупаю что-то более натуральное. Хотя по-разному, вы знаете, я вам показывала. Это тоже Людвиг с алкоголем для мытья окон. Тогда не остается разводов и хорошо дочищает. Доместос. Остальное у меня есть. Просто на одном этаже закончился. И большой рулон полотенец кухонных. Это и для кухни постоянно использую, для мытья окон. В общем, что у нас по ценам? Цены у нас, конечно, зашкаливают, я хочу вам сказать. Я, честно говоря, купила не так-то и много. Сколько это? Где-то 115 евро. Ну, правда. Через пару дней снова нужно ехать за продуктами или заказывать. Жалуемся, девочки, как у вас с ценами на продукты питания и вообще, потому что у нас грядет очередное повышение, мне кажется. Раньше на такую сумму я, ну, могла бы скупиться даже на праздники. Еще один пункт в моих покупках, я забыла его принести с прихожей, цветочки. Осенние, и они еще и не боятся морозов. Могут стоять и на улице, и дома. Очень красивые, позитивные, оранжевые. Будут повышать мне настроение. Это тоже из магазина, и они тоже были в чеке. Суббота. Мы сегодня на день рождения в лазер-парке. В лабиринте. Типа такой дым. И они бегают здесь, ищут друг друга. О, это мой. Здесь вот все обмундирование. Это какое-то новое место в Кракове. Есть касательно стены. Три кошки стола. Три, четыре. Стола. Пока Игнат остался там на день рождения у друга, мы приехали с Захаром выбирать спортивную обувь. Это для тренировок, но уже в зале. Для футбола именно. И мы находимся в Декатлоне. Здесь достаточно большой выбор и нормальные цены. Детские хобби – это достаточно затратно. Постоянно что-то докупаем. Леггинсы, на которые они одевают свои фирменные там костюмы. Будто мама помогла выбрать такие. На рекламной кампании Месси, поэтому Захар был в восторге. Говорит, да, точно берем, классные, классные. 39 и 1/3 размерчик детский. 10 лет. Так. А это что такое? Когда это закончится? Что за фигня просто? Опять нет электричества. Здесь должны были быть мои сырники. Это, конечно, не смешно.
У соседей вроде тоже нет света частично, но гараж я открыть не смогу. А надо везти детей в школу. Пойду искать кого-то, чтобы вручную мне помогли. Это просто продолжается, блин, с 5 часов утра. Не так я представляла себе это утро. Я уже круассаны подготовила, так как сырники дожарить я не смогла. Нам нужно уже выходить в школу. Может, еще успею. Еще и ручка, блин, отварилась в крышке. Что за фигня? Вымоченные сырники, завтрак и полдник для Игната. Ну, надеюсь, мы не опоздаем в школу. Времени в обрез. По мне заметно, что я чуть-чуть не в себе. Я снимала отрывки влога в разное время, но разговорную часть в одно. Короче, заварила себе кофе, девочки, потому что я сейчас грохнусь. Вчера мы были у хирурга с детьми, и Захару надо делать операцию тоже. Она будет после моей, и настроение у меня на самом деле на нуле. Я как бы не хочу рассказывать о подробностях, мне кажется, что это никому не надо, но это ничего сложного, и он просто проведет несколько дней в больнице, тем не менее, приятного мало, и тоже общий наркоз. И мало того, слушайте, на прошлой неделе, 2 дня подряд я рассказывала в Инстаграме, кстати, причину так и не выяснили, но я сегодня снова буду звонить электрикам, потому что утром я проснулась, я просыпаюсь достаточно рано, еще темно, я спустилась вниз, был такой запах, как жженого пластика. И первое, что приходит на ум, это кто-то из соседей. У нас здесь не только наш комплекс, но и старые частные дома. Иногда люди подтапливают, хотя это запрещено, за это большие штрафы, всяким мусором там и чем угодно, и резиной. В основном это делают пожилые люди, и они получают чуть меньше штраф, чем, например, получили бы мы. И я подумала, что затянула вентиляцию, у нас здесь циркуляция воздуха стоит, то есть, в принципе, можно не открывать окна на проветривание, потому что берется воздух снаружи, он очищается и поступает равномерно во все помещения. Я подумала, что затянула от кого-то суперумного, кто жжет что-то. Вот. Но вышла на улицу, этого запаха не было. Потом, чуть попозже, я позвонила соседям, ни у кого такого не было. Думаю, странно, но, может, показалось. Как-то проветрила весь дом, но это не сильно ощущалось. Думаю, как-то странно, буду наблюдать. А, и у нас еще делали осмотр вентиляции в сентябре, тоже, когда мужа не было дома. Камин у нас здесь стоит. То есть есть вот этот дымоход, тоже проверяли систему обогрева, все нормально, все хорошо. Причем у нас же дом застрахован, и это обязательно нужно делать, если у тебя страховка. Вот, во избежание разных там несчастных случаев. На следующий день, девочки, просыпаюсь тоже в 6:30, и уже такой едкий, вот прям дыма было не так много, но очень едкий запах вот этого плавленного пластика. Я уже туда и сюда, а Томик не просто за границей, у нас большая разница во времени. Я давай ему наяривать. Я не знаю, у него день или ночь, или что там происходит. Короче, я позвонила соседям, говорю, у вас такое есть, опять же, ни у кого нет. Позвонила туда-сюда, давай проветривать дом. Не сразу смогла разбудить Игната, у меня ушло сердце в пятки. Я спросила в Инстаграме, что это может быть, куда обращаться. Знаете, можно было бы написать всем знакомым, но на меня подписаны очень многие родственники. И вообще, короче, меня одну не бросили, и соседи тоже. И, короче, это очень удобный формат общения. Когда у тебя что-то происходит, тебя просто не бросят. Вот, и моя мама тоже сказала, что нужно проверить проводку и все остальное. Слушайте, вызвала 3, блин, электриков. Я попала на огромные деньги. Но это как бы безопасность. Я считаю, что это необходимо было сделать, потому что если ощущается такой запах жженого пластика, это может где-то тлеть розетка, зарядка, проводка, что-то, что голым глазом и не обнаружишь.
Вот, мне кажется, я даже медленнее думаю, медленнее говорю. И я еще снимала прошлое видео об уходе, тоже в таком вот, знаете, состоянии, как сейчас, и я чуть-чуть торможу. Реально, простите, просто, как видите, очень много всего не супер приятного. Короче, три электрика провели здесь целый день. Розеток и техники у нас здесь просто дофига, простите за выражение, и ничего не нашли. Они уехали поздно вечером, около 8. И сказали, что все сделано идеально, мы не знаем, что происходит. И как-то я подключала на ночь вообще все, что могла, и сейчас стараюсь так делать. Вот, пришли, проверили еще раз котел, тоже все хорошо, и я без понятия, что это могло быть. Вот, и я уже там на выходных тоже просыпалась ночью, каждый час вставала, смотрела, что и как. Вот, тоже как зомби потом целый день ходишь. И плюс у мальчиков были соревнования на выходных, поэтому ранний подъем. Короче, девочки, мне просто хочется на ручки. Мне так хочется, чтобы было хотя бы, вы знаете, без вот этого вот, такого непонятного. Но сегодня я сплю. И я поставила уже новые датчики угарного газа, дыма, вот этого всего. И воет сирена. Причем так воет, что невозможно было не проснуться. Я схватываюсь, смотрю, светится сигнализация. Я давай проверять на этом экранчике гараж. Я думаю, твою мать, наверное, у нас у одних и у вторых соседей пару лет тому назад угнали машины прямо из-под дома. Думаю, только не это. Короче, выключила я, звонят мне из охраны, что уже под домом наряд, что они сейчас проверят, что произошло. Я, в общем, вышла, посмотрела, машина на месте, все хорошо, что произошло замыкание электричества. И такая ситуация не только у меня. И сначала они позвонили мужу, он говорит, я за границей, я не знаю, отправляйте наряд. Поэтому пока я там вообще понажимала и спустилась вниз, они уже были внизу. Вот, и я вообще, мне сосед открыл гараж уже вручную, потому что электричество вырубилось, я не могла выехать в школу, мы успели, но веселуха еще там, и я не знаю, что сказать, девочки, мне настолько как-то грустно, печально. Но я не сдаюсь, пытаюсь еще чем-то заниматься. И сегодня хочу пораньше забрать детей со школы, просто провести с ними время. Нормально, у них среда, это такой более-менее свободный день. У них только одна активность в школе и никаких дополнительных, там, теннисов и всего остального. Я просто хочу побыть с ними в такой спокойной домашней обстановке. И надеюсь, ничего нам не помешает. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Я прощаюсь, разгребаю все вот это вот, что на меня навалилось, и мы с вами увидимся. Все обязательно будет хорошо, но такие периоды тоже встречаются. И у тех людей, которые на виду, как я, блогеры, и у остальных. И берегите себя, потому что очень многие писали, что когда чувствуется вот этот запах плавленного пластика, дальше наступало или какое-то замыкание, или же пожары, и были пострадавшие. Девочки писали просто ужас, поэтому тоже будьте бдительны и обязательно поставьте себе датчики вот этого газа. Они со временем портятся, дыма, оно там продается 3 в 1. Вот, пока-пока, увидимся с вами совсем скоро.